Итак, всем привет! Вы на канале Эрик Антона. У нас седьмой матч. У меня, кстати, уже заканчиваются контракты. И, наверное, начну-ка я всем сейчас контракты, ребята, давать, потому что дело такое, потом все равно придется это делать. А без этого никуда. Так, ну вот тут примерно так, не приходится каждый раз их менять. Так, давайте начнем. Применить расходный предмет. Это записывать я не буду. Запишу один контракт. Остальное уже сделаю так, без видео. Так, контракты я проставил. Благо были варианты. Так, ну что, седьмой матч. Переломный. Три победы я уже одержал. Этот соперник не кажется уже таким непобедимым. Что же такая рамка? Может быть, это значит, что он его прокачал, наверное, какими-то этими прокачками. Что за рамка голубая? Надо будет почитать в гугле. Может быть, вы подскажете из зрителей, кто посмотрит данное видео. Перед нами состав КГ. Вот как вот тоже борьбу выиграть, да, в такой ситуации, когда... И три полузащитника цементируют игру в средней линии. Ну! Так как же ты не забил-то, ёб твою мать. Неплохо действует игрок, мяч отобран, и что дальше? Волкот. Дэниел Старич. Пока неплохо. Ёб твою мать. Повезло! Просто повезло. Ладно, обменялись опасными моментами по одному. Руни. Хорошая игра. Да отборе, ёб твою мать, Руни. Это может быть опасно. Можно бить. Харикейн. Блин, почему он проскакивает? Вот сейчас чудом повезло. Что не забил мне? Опасная передача. Навес находит вратаря. Вряд ли там был задуман. Отлично. И прерывает защитник эту передачу. Ёб твою мать. Обратный пас очень быстро сыгран. Отлично сыграно, надо решать. Блестящий, как от дерева ушел. Защитник хорошо разобрался, не дал пройти этому навесу. И Руни перехватывает эту передачу. Хорошая оборона. Твою же мать, ну что ты делаешь? Кто первым успеет к этому мячу? Кейн. Отобран мяч, надо возвращаться. Уэйн Руни. Оливье Жиру. Отлично. Игра защитника чисто сыграна. И вот потери в центре поля. Посмотрим за этой атакой. Отличный удар. Ай! Кто справился с этим ударом? Тибо Куртуа. Надежный вратарь. И такие мячи ему ни по чем. Ахмед Муса. Ой-ой-ошеньки. Лазар Маркович. Пас в штрафную. Повезло. Тео Уолко. Отлично. Атака продолжается, судья дает играть. Отлично. Отлично. Ну, отлично. Кто это? Беллини? Это мой? Ну, нормальная ситуация. Правильно отработал. А, Хектор Берлин. Штраф и желтая карточка. Да, и отметим, что очень грамотно разобрался в этом эпизоде. Судья, он не стал свистеть в момент фола, а дал доиграть эпизод и лишь потом показал карту. Да ёб твою мать, куда же вы все пролетаете-то? Это может быть опасная атака. Да ёб твою мать. Мяч летит в сторону ворот. Отражает эту атаку, но мяч еще в игре. Мяч в вратаре. Жесть еще какая-то, ребят, просто жесть.
Шикарно. Муса. Че выбить-то не можем? Ну выноси сильнее. Шмехель, Шмехель. Давай, подсоберись. Переломный момент, надо победить. Вратарь выходит и забирает этот мяч. Вата. Головой отдал он мяч партнеру. Вата. Тут может что-то получиться. Отлично отбор, но кому достанется мяч? Мяч в игре, без задержки. Ахмед Муса. Лейтон Бейнс. Рияд Махрез. Может получиться интересная атака. Отлично. Ахмед Муса. Рияд Махрез. Получает мяч на ходу. Да ёб твою мать. Не удалось ему справиться и с мячом, и с защитником. Будет аут. Фернандиньо. Ой. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? И как опасно... Блин, Дели Али, Дели Али. Будет угловой, и это, конечно, кулаком отбивает этот мяч Куртуа. И как пробил. Ну, забей. Долго держит мяч команда. Наконец-то Волку дают мяч. Где гол? Жиру! Оливьюшечка! Дай, блин, головой-то сейчас замкни, сидит. Времени добавлено 3 минуты. Муса. Ой-ой-ой. Пока неплохо. Выбили у него мяч. Кому он достанется? А, зацепились, закусились. Забодали, закусили здесь мяч. Слушай, отборов у него даже сейчас больше, да, почему-то? Обычно у меня больше всегда. Ну ничего, ничего. Пошли, пошли, пошли. Это чемпионат футбола. Элитные наборы, конечно, не получим. Слушай, ну было бы круто получить игрока неделю. Еще и редкого такого черненького. Блин, ну это надо пипец победить, конечно. Фернандиньо. Да, слушай. Ну, 20 матчей, 25 матчей, честно сказать, ну тяжеловато выиграть. То есть это надо, во-первых, игроков набрать соответствующих. Отлично сыграно, надо решать. Блин, надо было еще лезть. Конечно, болеть, потому что ну, что-то как-то смысла. Ну! Удар со второго этажа. Да, блин! Да не, ну это тяжело, это нифига себе. Еще и такие руки перекинуть. Компания. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку.
Это может быть опасно. Блин. Совершенно логичное решение. Мяч летит. Лови, хорош. Так, ну что, пора замены делать. А, офсайдик. Не ожидал никто, что офсайд. Так, давай. Так, ну явно убираем Мареза, потому что... Жиру оставляем впереди. Давай, пошли. Пошли, родные. Бейнс выносит. Отлично, беги, беги! Ну за линию же взял, товарищ судья. Что за беспредел? Ого-го! А вот будет ли предупреждение, сейчас увидим. Это предупреждение. Да чудом, что не красное. Посмотрите, какой жесткий подкат. А, блин, ну такой могли бы и повторить с этим, между прочим, да? Нет? Нет? Это может быть опасная атака. Забивать можно! Так, твою мать, задолбала. Ничего себе! Фернандини. Ахмед Муса. Посмотрим за этой атакой. Да блять! Сука! Ну что ты делаешь? Блять, ну... Пиздец. Вышло все наоборот. Снова равенство на табло 1-1. Тут может что-то получиться. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Пас в разрез очень точно. Да ну нафиг. Угловой будет подавать команда. Как? Защитник выносит мяч. Аут. Основное время истекает через 20 минут. Хороший пас, Матлан. И вот процент владения мячом нам показывает. Практически идентичный. Блин, ну делай-то, делай. Блять, надо его уделывать. Ну что смеяться, опять ничего не показывает. Судья показывает на угол поля. Блин, ну задел его, нет. Мяч за боковой линией. Может получиться интересная атака. Сидит, Жиру! Ха-ха! По-тупому! А, ребятки, вот эта победа грядет! Второй гол, дубль Жиру. По-тупому принял, развернулся и пробил! Сидит. После этого гола счет у нас стал 2-1. Тем интереснее смотреть. Фернандини. Лишит. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Аарон Лен. Под натиском защитника. Ну, да как туда? Мяч упустил за боковую. Димитрий Пайе. Это может быть опасно. Ну вот стоило только заговорить не об атаке, как они потеряли мяч. Трибуны вовсю гонят хозяев вперед. Еще бы! Они же знают, как важно именно сейчас команде забить гол. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Если вариантов нет, отдай мяч обратно. Тихо, тихо. Страхани, страхани, Шмехель! Красавчик! И вратарь готовится вести мяч в игру ударом от ворот.
Рибки. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Сталич. Аарон Леннон. И пошла передача. Опасная подача. Шикарный момент. Да я в твою мать. И голкипер вступает в игру. Можно выдать. Как ты не забил там? Ну как? Как не забить там? Объясни мне, пожалуйста. Я не знаю. Перехват в центральной зоне. Дэниел Сталич. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Напрашивался этот пас. Через центр сложно пройти. А вот и подходящий момент, чтобы отыграться. Перехвачен этот пас и довольно своевременно. Где он столько насчитал? Целых 4 минуты, не понимаю. Тео Уолтер. Да ёб твою мать. Кейн. Оливье Жиру. Он накручивает соперников одного за другим. Ну, да сидит же! Тамочки! Пойдет, пойдет. Да, да, это Даниил Сталич. Это он. Да. Еще и рубанули чувака под конец. Только моль лежит. Все, ребят, пойдет, пойдет. Хорошая победа. Четкая. Четкая. Давайте посмотрим, кто у меня лучший игрок матча. И это, несомненно, Жиру. 9-4. Просто 9-4. Так, мы в любом случае уже добились 5000 монет и двух премиум наборов. Но мы должны двигаться дальше. К третьему серебру нужна еще одна победа. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всем пока!